Сегодня все работники телевидения, радиосвязи отмечают профессиональный праздник. Торжественное собрание прошло в областном академическом театре имени Магара. Для того, чтобы абонент сделал один звонок, трудится целый штат сотрудников телефонной компании. Чтобы зритель увидел или услышал в эфире последние новости, каждый день работают десятки людей, которые остаются за кадром. Но именно они доносят информацию до потребителей. Всех этих людей сегодня поздравляют с профессиональным праздником – Днем работников телевидения, радио и связи. Я желаю в этот праздник всем всего самого наилучшего, еще раз повторюсь, динамического развития, здоровья и всего самого наилучшего. В областном академическом театре имени Магара прошел праздничный концерт, где отличников радио, телевидения и связи наградили почетными грамотами и дипломами от областной и городской властей. Нам, как пользователям этих услуг, остается пожелать одного, чтобы те возможности общения, получения информации, которые дают нам электронные СМИ и связисты, позволяют здесь сделать нашу жизнь лучше, понятнее, прозрачнее и честнее. Поздравления сегодня принимали и сотрудники телекомпании «Алекс». Мэр города Александр Син вручил работникам канала благодарственное письмо и пожелал дальнейшего успешного развития.